Выставка посвящена 880-летию Смоленской епархии. В церемонии открытия приняли участие протоиерей Виталий Сладков, представители администрации города, сотрудники культурно-выставочного центра имени Тенишевых, воспитанники Десногорской художественной школы и учителя. Перед открытием выставки прошел мастер-класс по искусству иконопись. В своем приветственном слове протоиерей Виталий Сладков рассказал, что данная выставка ценна. Благодаря ей жители смогут познакомиться с историей святости нашей земли. Глава города Андрей Шубин отметил, что открытие такой выставки – это важное в духовном, нравственном и культурном смысле события. Примечательно, что данная выставка приурочена к 880-летию Смоленской епархии. Надеюсь, что здесь, перед этими священными образами, наши современники, молодежь смогут обрести возможность вырваться из повседневной суеты, остановиться и задуматься о важных вопросах бытия и увидеть красоту жизни с Богом. Андрей Николаевич Шубин выражает огромную благодарность организаторам данной выставки. Руководитель проекта «Святые заступники земли русской» Александр Вилых вручил благодарственное письмо от руководства культурно-выставочного центра директору музея Наталье Демьяновой. Везде, конечно, эта выставка она проходила очень хорошо, успешно. Ее посетили более 6 тысяч человек от города. Я думаю, что и в вашем городе также посетят эту выставку. И познакомиться, именно познакомиться, потому что немногие знают наших святых и что они сделали. А эта выставка, она прямо показывает нам, как, кто, где был и какие заслуги перед церковью, перед нашей страной, перед Русью имел тот или иной святой. На выставке представлены более 60 экспонатов, фотографии монастырей и храмов, тексты жизнеописания святых. Мне все понравилось. Мне понравился фильм, как делают иконы. Понравилось видео, где показывали, как именно делают иконы, сами процессы. Это оказалось очень кропотливая работа, в нескольких этапах, некоторые даже повторяются. И в итоге получается очень красивое изображение. С экспозицией можно ознакомиться до 17 декабря.